У обласной бібліятэцы імя Леніна прайшла сустрэча з ветэранамі вялікай айчыннай вайны. Падчас мерапрыемства яны прымалі віншаванні і ўспаміналі падзеі ваенных гадоў. Акрамя гэтага госці і сябры бібліятэкі імя Леніна чыталі ваенную паэзію. Мы пригласили в нашу бібліятэку наших замечательных друзей, ветеранов Великой Отечественной войны Олега Назаровича Плиндова, Бориса Геннадьевича Бейлина, Геннадия Алексеевича Ломоносенко и Алексея Ивановича Плиндова на литературно-музыкальный вечер, посвященный великому празднику в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И каждый из нас, ныне живущих, благодарен людям, добывшим для нас эту великую победу, благодарен за то, что у нас есть настоящее, за то, что у наших детей есть будущее, за то, что будущее есть у нашей прекрасной страны Беларуси. Дарэчы, с 2 мая у фойе бібліятэкі працуе выстава «І памятае свет выратаваны», прысвечаная 75-годзю вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў. На асобным стэлажы прадстаўлена літаратура пра ваенную Гомельшчыну. Выстава будзе працаваць да 10 мая.